Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке. И на моем канале я вам делаю обзоры о сумочках, которые вы точно так же можете и купить, если напишите мне в WhatsApp. И сегодня хочу вам показать, что есть нового на скидках, потому что появилось кое-что на скидках в 30%. Потом много очень появилось Patricia Neige новых коллекций без скидок. Я, наверное, это на следующей недельке вам сделаю. А сегодня просто покажу то, что на скидки ушло новое. И то, что выжило после экстра скидок, стало немного подешевле. То есть понизилась на них скидка. Вот по этим моделям сегодня пробежимся. А на следующей недельке покажу вам, что пришло нового из новых коллекций в сумочках. Поехали! Итак, начнем с Брамина. Здесь полочка осталась вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 сумочек со скидкой 50%. И две полочки добавились со скидкой в 30%. Вот такая Джульетта. По-моему, Джульетта этот саквояжик 199,50. Даксбери 206,50. Так, это вот какой-то шопер, не помню его название, 241,50, но он с замочком сверху. Так, вот такая малышечка, 101,50. Вот классный наборчик, смотрите, Камила крупная. И в таком же цвете кошелечек Эдди, 108,50. А Камилочка, это я вам называю красные ценники. Кто новенький не знает, то мы прибавляем 6% налог и 15% мой интерес. 297,50. И получаем стоимость сумочки. Так, вот такой малышкин кошелечек в такой вот расцветочке, в розовой. $66,50. Ой, гляньте, они молодцы, начали клеить вот эти ценники, оставляя нам прочитать название. Джейн этот кошелек называется. Амелия малышка, 199,50. Амелия средняя, 248,50. Так, это Бавье похоже. Ценник не вижу, вот он. 178,50. Так, эти сумочки когда-то уйдут на экстра скидки, и после экстра скидок то, что выживет, будет 50%, 150,65. А то, что выживет после экстра скидок на 50%, то станет 65. Вот такая система у нас. Ну, старожилы канала знают об этом. Вот эта комбинированная сумочка 178,50. Так, вот этот сахарный цвет. Ой, я кидаюсь сумками. Итак, этот сахарный цвет. Кошелечек 87,50. Причем их два. Но оба без кружочка. А, ну нет, вот на этом с обратной стороны есть. Две трети от кружочка. А на этом нет. Sorry. Так, 136,50. Эшер. Эшер 199,50. Даксбери средняя. 192,50. Вот эта сумочка, которая похожа немного на Элизу, но это... Мадалин. Вот она 241,50. Вот такая комбинированная с пекан. $269,50. Даксбери крупная 234,50. Вот эти малышки, их две штучки. 87,50. Маленькие сумочки, косметички. Очень удобные такие. Детский вариант очень хороший для девочек маленьких. 87,50. Так, Каролина. 241,50.
И здесь эта бавьешечка. Новый на нее налепили красный ценник сверху того, получается 157,50. Помним, здесь 50% скидка. Это Faith 172,50. Крупная Duxbury 157,50. Вот этот саквояжик. Так, ты у нас кто? Миша. Сумочка Миша. 142,50. И вот эта малышечка. Майдж. Как это прочитать? 122,50. Ну, по Брамину это все. Едем в другие бренды. Кстати, по Брамину, по-моему, что-то новенькое тоже появилось. Но я вам в следующий раз и покажу. И другие бренды. Это вот эта витрина от Coach. Здесь, смотрите, по 40% скидка. Здесь кое-что перекликается с бутиком. Потому что это не бутик, это отдел в магазине Dillard's. Кое-что перекликается с бутиком. Но в бутике кое-какие сумочки есть на скидке в 50%. Например, вот эта розовая. Но там нет на скидках, например, вот этих сумок совсем. Вот белая Касси, там ее на скидке нет. Она там со скидкой 100%. Вот, например, вот такую ту же сумочку можно там купить со скидкой 50%, а здесь всего 40%. Вот эти косметички тоже там на сайте со скидкой 50%, ну, на сайте бутика, либо в самом бутике. А здесь вот со скидкой 40%. То есть там выгоднее покупать. Вот эти сумочки, не помню, есть ли там со скидками. Ну, вот здесь они по 150, а там нужно уточнять. Вот эта мужская кроссбоди 150, классная. Ну, хотя, может быть, и не мужская, потому что ремешок-то никак мужской. Скорее всего, и не мужская. Не помню, вот такая малышка, касечка в таком цвете есть там со скидкой 50% или нет. 177%. Но вот такая сумочка точно есть со скидкой 50%. Вот здесь 210%, то есть она 350%, а там, значит, она 175%. И вот такая там тоже есть со скидкой 50%. А вот здесь она только со скидкой 40%, 150%. То есть ее цена 250%, значит, там она 125%. И вот такой беленькой кассеньки там нет. $210 со скидкой 40%, 350 она стоила. Вот здесь она есть. Так, вот эта сумочка, не помню. 210. Вот эта сумочка там со скидкой 50% есть в голубом цвете. А здесь вот в коричневом. $177. Так, вот эти сумочки. Там есть со скидками в 50%. Вот эту зелененькую я вам там показывала. Вот так вот она смотрится. И мы такую одну, кстати, там забрали со скидкой 50%. Поэтому, если кому-то нужны такие сумки, то лучше заказывать оттуда, с сайта. Потому что 375, вот здесь она 225, а там она будет подешевле. Вот эта сумочка там есть голубая. Она смотрится вот так. Так. Такие. Не помню, там есть или там нет. Но здесь вот они со скидкой 40-237. И вот, вот этот шопер со скидкой 65%. 122,50. I'm sorry. Так, ну вот эти вот по 65% там, конечно, нет. Вот эти 103,25. Я так думаю, что это тоже. И вот это тоже 103,25. Немножко другая сумочка.
ребятки еще разбирают, девочки, новую коллекцию. Вот такие цвета в Patrice Nash. И не могу удержаться, не показать вам вот эти новые сумочки. Потому что мы их уже с вами рассматривали с некоторыми девчонками на сайте. Вот они, так, это по цене 169. Это вот от Patrice такие классные сумки. Ну вот они еще пока даже закрытые, не буду открывать. Но хорошая новость, что раз они у нас здесь появились, то значит это 149. Значит, они скоро, ну не скоро, а когда-нибудь попадут на скидки. Ой. Одну руку неудобно. Или она там как-то... А, она вот здесь вот заклеена еще. Не буду открывать. Вот сейчас я вам вот здесь вот в зеркало разглядите. Вот такой размер у нее. Вот такая она. Классненькая. И сейчас вот эту. Ну, это без скидок. Это просто не удержалась называется. Вот. Так, это потом вам сделаю обзорчик. А сейчас по скидочкам. Вот эта вот маленькая витринка, это вот новое то, что попало на скидки, потому что это в 30%. Сейчас. Только 30%. Ой, вот эта желтая сумка классная. Тоже попала на скидки. Да, 174,30. Мы такую в том году покупали, по-моему, за полную стоимость. Но это уже было год назад. Такая вот классная Патришка. И вот с этой стороны, кстати, вот видите, тоже вот эта расцветочка попала на скидки. Вот есть тут эти саквояжики. Есть вот эта сумочка, которую я вам недавно показывала в своем обзоре, но в другом цвете. Мы все знаем вот эту сумочку. О, карт-холдеры интересные, Patrice Nash новые. Не только новые сумочки, но и карт-холдеры. Смотрите, под монетки есть. И здесь под карточки. И с этой стороны под права. Ну, прям удобненькие. А что с ценой-то? $34,30 со скидкой в 30%. Дальше вот витринка. Здесь вот фасл сумочки. Смотрите, ведерко Ralph Lauren со скидкой 50%. 79. Все равно оно стоит. Оно, наверное, так и было, что ли, со скидкой 50. Или это другой цвет добавилось. Так, здесь из интересного... Вот этот вот классный шопер от Patrice Nash. Ну, вот смотрите, какой-то вот цвет у него как будто голубоватый. И вот здесь вот как будто такой темный. Можно подумать даже с первого взгляда, что он заморался. Это он не заморался, это он так состаривается. 114,50. Ну, вернее, эффект такой состаривания. А такое прям ощущение, как будто он заморался. Ручки вот эти мне нравятся, у Patrice очень мягкие. Очень красивая подкладка именно у этого шопера. И у него еще есть и кошелечек. А нет, это не кошелечек, это просто карабинчик. Я думала, что он прикреплен, а это пыльник здесь. Ну вот вид у него, как будто он поморался. На самом деле это он так выкрашен. Сразу с эффектом старения. Так, ну ладно, посмотрим цену. 114,50 со скидкой 50% он. Так, со скидкой 30%. Есть вот такая голубая сумочка Хоба, 187,50. Вот такой вот рюкзачок. Вот такой же мягкий. Он из такой же ткани, как вот эта вот моя сумочка. Вот он такой же на ощупь. 194,60. Ну, помним, это 30%. Этот шопер 194,60 от Patrice Nash. И вот та сумочка. Ой, смотрите, кармашек у нее тут такой классный. Тоже размеров как шопер.
такое скругленное у нее донышко. Вот такая ручка. 194,60 тоже. Вот кто-то у меня спрашивал дубовый Кельвин. Вот дубовый канвас у Кельвин Кляйна. А здесь Ральф Лорен 157,50. Фурла на 30%. Не знаю, выгодно ли это с Америки фурлу с 30%. Но она вот стоила 395, сейчас 278,60. Вот есть в бежевом цвете. Ну, это вот новые замочки фурловские. И вот в таком красно-коралловом. Так, Ральф Лорен, еще вот это ведерко маленькое. 150. Ой, а вот это же тоже фурла. Я что-то не обратила внимания вот на этот шопер. Это фурла с замком, вот такая крупная коралловая, 208, ее цена была 298. Мягкая такая кожа, как мы любим. Вот там вот видно, что карман пришит. Посмотреть, что ли, что внутри. Она внутри прямо без подкладки, вот такая кожаная. Вот, то есть вот у нее кожа вот такая, видите? И вот с этой стороны пришит карман под замочком. А с этой стороны швов нет, значит, ничего и не пришито. То есть она вот такая вот кожа. И есть такая тоненькая, мягенькая. Ну, когда-нибудь, наверное, попадет на скидку в 50, если никто ее не купит с этой скидкой. Витрина 50% скидки с этой стороны. Что здесь интересного? Ральф Лорен. Ну, какая-то вот воском обработанная кожа. Вот такая сумочка есть. Сейчас найду. $84. Так, это Патриша Нэш. Это клатч Патриша Нэш 79. Так, это неопознанные звери. А, ну хотя вот это фасл. Это фасловские рюкзачки 79. Кожа такая приятная. Так, Хоба. Два вот таких кроссбоди по 114. Так, здесь кто-то мягенький спрятался. Фурла. Смотрите, какой шопер. Фурла. Мягкий-мягкий. Я его уже показывала вам, что он вот так вот расстегивается. И вот здесь вот. Не помню, я показывала, когда он с какой скидкой был. Сейчас вот он со скидкой 50. Тогда, может, тоже так же был. 199. Так, здесь Fossil Dooney & Berg 84 и Ralph Lauren, такая как желтая, только молочная. Сколько я там цену у желтой называла? 84 столько же стоит. С черным глейзингом тоже. И желтая с черным тоже глейзингом. Это я вам вот эту витринку показала. Здесь Patricia Nash. Вот со скидкой в 50%. Есть вот это кроссбоди 99,50. Вот это кроссбоди 114,50. Вот такая кроссбоди. А, ну это такая же 99,50, просто вторая. Два саквояжика стали со скидкой 50%. 84,50. Вот такая классная сумочка. Сейчас ценник ее найду. 74,50. Две вот таких сумочки. Прикольных от Patricia Nash. Вот у этой приятный такой, знаете, лаковый. Не отлив, как это сказать. Кожа лаковая. Вот она вот с таким вот с эффектом старения. Но это вся такая Patricia Nash. Вот с такими, как будто бы она трещинками, но мягенькая и приятная на ощупь. Так, кроссбоди это 84,50. Не помню, сказала, нет или да. Так, это тканевая кроссбоди. Ну и все, здесь больше не вижу ничего такого интересного.
Но это тоже Патриша Нэш. И это тоже Патриша Нэш. Ой, да, Патриша Нэш. Так, пойдемте еще посмотрим. А еще здесь 65%. Но здесь не так много интересного. Вот эта сумочка от Патриша Нэш. То есть вот 35% от оригинальной цены. Она составляет сейчас 45-15. То есть она продавалась здесь до 100%. Вот эти хобовские карт-холдеры. Но в них вот денежка не войдет. Так, они какие-то вот такие смешные. Как будто под питона. Не знаю, как-то я уж не понимаю. 22-40, но мягкие. Мягенькие. Так, здесь Кельвин Кляйн. Это кто? А, кожаная, похожа на хоба. А это хоба и есть. 79-80. Ух ты. Со скидкой 65% она есть. Ну, хорошая. И даже вон еще одна такая есть. Хобовский рюкзачок в белом цвете со скидкой 65%. 93-80. Так, от Патриши Нэш вот этот рюкзачок. 59-15. И вот эта сумочка 80-15. Хорошая скидка. Дуни энд Бёрг. Вот это 104-30. Так, хорошо, что коралловую Диан тебе купили. Смотри, остались только вот эти цвета. Даже или, конечно, до скидках. До скидок в 65%, ну только вот эти цвета, 52-15. Вот самое первое разбирается, когда здесь бывают экстра скидки, это, конечно, разбираются вот сумки на 65% с экстра скидками. Но они ниже уже не падают. Если их не взяли на этих экстра скидках, то они опять возвращаются к минимальной стоимости в 65% и лежат здесь еще какое-то время. Потом они перекочевывают в TJ Maxx. Вот как бы такая вот у них история. Так, здесь 65, но ничего интересного не вижу, кроме Тахари. Вот этой кожаной прикольной. Как бы она такая, если кому-то нравится, то цена очень даже сейчас волшебная. 58-80. Так, это тоже там Тахари. Так, с этой стороны 65%. А, ну это тканевый Ральф Лорен 38-50. Тканевый шопер. А вот это ведерко кожаное от Ральф Лорена, крупное. 69-30. Вот это хорошая скидочка. Вот, кстати, там вот стоит Антонио Милани. Сейчас я зацепила. Ой. Неудобно его поставить, не умещается. Есть со скидкой тоже, кстати, сумочки кожаные у Антонио Милани. Одежда у него очень классная. Сарафаны есть кожаные. То есть бренд такой недешевый. Как бы у нас его немного. Вот надо вас с ним познакомить. Интересно вам это или нет? Американский этот бренд. Может, кто-то знает из вас его хорошо. Подпишите тогда, что мы о нем не знаем. Так, вот здесь вот хобовские сумочки со скидкой 65%. Вот эти кладчики 44-80. Мягенькие, хорошенькие. Вот эти малышечки 51-80. Вот такой телефонный держатель. Сумочка маленькая 41-30. Так, вот эти сумочки 51-80. Ну, то есть они уже дешевле не будут. Ну, конечно, если на экстра скидки когда-то попадут, может быть, и попадут. Но потом опять вернутся со скидкой 65%. Даже если в TJ Maxx, то они тоже там будут примерно со скидкой 65, не больше. 41-30. Так, здесь тоже всего 30%. Вот эта хобовская красоточка. 138-50, да, это к ней Дуни энд Бёрг с
47,60 Дуни энд Берг. Здесь как-то хоба затесалась. 159,60. Еще одна такая же. И там тоже хоба черненькая. Это хоба беленькая. Это Дуни энд Берг. 180,60. Это кроссбоди со шнурочком сверху. 138,60. 208,60. Черная мягенькая хоба. А эти сумочки в белом цвете и в коричневом. Вот я там смотрела такую, по-моему, с другой скидкой. Это вот 194,60 со скидкой 30. Так, и закончим мы вот этой витринкой от Дуни энд Берг. Вот здесь есть. Так, это не Дуни энд Берг, это что-то другое сюда затесалось. Давайте не все вам по одной сумочке назову. 180,60, потому что и скидка всего небольшая, 30%. 173,60. 180,60 тоже. Так, вот эти, как моя маленькая Даксбери. 131,60. Ну, значит, вот этих размеров они все так и будут стоить. Вот эта малышка 117,60. И вот эти два шопера. Ну, если кому-то нравится, можно подождать их на экстра скидках. 166,60. Или, может, выживут чуть побольше. Ну, вот уже летние, получается, вещи начинают они делать на оценку. И смотрите, из новых коллекций вот эти сумочки, которые мы с вами уже давно-давно покупаем, вот они в магазине только появились. То есть вот они на сайте-то были, мы их с вами брали. Вот это моя малышка, которую я уже ношу много. А здесь вот смотрите, в магазине они только начали появляться. Но есть вот такой... А, нет, это черная. Ой, почему-то мне показалось, что это темно-зеленая. Потому что вот это серым здесь отливает. И как будто такой желтый, зеленый цвет. Ну нет, это черное. Ну а я вам вот эту кроссбоди за 65% скидки, которая от Хоба, хочу показать, как она выглядит. Это вот это вот, у которой цена 79,80. И их там две штучки. То есть у нее карманы. А, это один карман на кнопочке с этой стороны. Ручка регулируется. Сейчас она на всю длину получается. Здесь она зашита. И основной карман у нее вот этот получается. А здесь вот кармашки. Ручка и два таких кармана. И кармашек под замочком. И накладной еще один. Вот. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Берегите себя, пожалуйста. Всем всего доброго. Пока-пока.